Мы с Клайвом были вместе с самого начала. После дня Д мы собрали всех белых ворон, каких нашли, и создали скорпионов. Мы стали самым жутким кошмаром нацистов. Рад тебя видеть, Кэп. Пора ввести тебя в курс дела. Эта юная леди сумела отыскать нас обоих. Это Джинни Уильямс. Уильямс. Джинни Уильямс. Приятно познакомиться, капитан. Я много о вас слышала. Да-да, взаимно. Как вам вообще удалось нас найти? Я потом объясню. У нас срочное дело. Мы мало знаем о солнечной пушке, но добра от нее не жди. Она как дерби-штрафер, только в 1000 раз сильнее. Генерал Шварц готовит на своей подлодке вечеринку в честь первого запуска пушки. Ясно. Пушка нацистов. Создана нацистами, управляется нацистами. Скоро утонет в крови нацистов. Uns hier gar nicht aufhalten. Der Champagner ist für die Feier gedacht. Machst du Witze? Klaus kommt hier immer mit einer Fahne raus. Es wird Zeit, dass er uns auch mal was abgibt. Wo ist Klaus überhaupt? Hab ihn seit Tagen nicht gesehen. Tja, als der General eintraf, sollte sich Klaus eigentlich kümmern. Oh nein, warum Klaus? Der ist unfähig. Sein Vater hat Verbindungen in Berlin, deswegen ist er hier der Verantwortliche. Der General war nicht sehr erfreut, als Klaus 3 Stunden zu spät kam. Klingt nicht gut für Klaus. Nicht gut ist kein Ausdruck. Seitdem nichts mehr von ihm gehört. Sein Vater hat angeblich Besitz und Stellung verloren. Klaus hat es echt vermasselt. Autsch. Tja, da braucht er wohl seinen Vorrat nicht mehr. Bleibt mehr für uns. Я надеюсь, вы уже на огневой позиции? Готов к бою. Готов убивать нацистов. Почему вы сводите все к убийству? Кросс сказал, что он на месте. Поспешите. В ее возрасте меня бы взгрели за такие беседы со старшим по званию. Отец явно не учил ее манерам. Thank you.
рядом с огневой позицией Альфа. Мощности этих орудий вполне хватит, чтобы взорвать суперпушку.
Оу, капитан, это вы? Судя по звуку, вы не попали. Погодите, не понимаю я эту странную технику. Справились с заданием, капитан. Этой пушке кранты. Как там Кросс? Не выходит на связь, а пушка цела. Может, стоит его проведать? Клайв работает тихо. Это не мой стиль. Я хочу, чтобы нацист взглянул в глаза тому, кто его убьет, и... С меня хватит жутких подробностей, капитан. Идите туда. Вдруг Кроссу нужна ваша помощь. Конец связи. Я хочу, чтобы он знал. Конец связи. Она что, отключилась?
Eule meinte, er wäre hier. Warum hat er uns alle geschickt? Für einen Mann? Hast du Witz? Was? Unmöglich. Es waren koordinierte Angriffe. Wir haben die verantwortlichen Terroristen gefasst und... Vertuschung! Es sollte nicht bekannt werden, dass ein einziger Mann dafür verantwortlich war. Und das ist erst der Anfang. Alle anderen Vorfälle wurden unter den Teppich gekehrt. Wenn ein U-Boot gesunken ist oder es eine Naturkatastrophe gab, war es wahrscheinlich der Butzemann. Jetzt hör auf. Und er ist hier? Wir werden also Helden sein, wenn wir ihn ausschalten und an die Eule übergeben? Mann, deinen Optimismus möchte ich haben. Er wollte überleben. Sie ist schon deine Mitte. Thank you.
Джерри, прием. Конец пути, приятель. Не устраивай сцен, просто сдайся моим друзьям, ладно? Что? Не понял. Они тебя поймали? Я шпион, дубина. Я всегда был на службе немецкой империи. Клайв Кросс не настоящее имя. Я снял жетон из какого-то дохлого унтерменша. Сдавайся. Вот сука! Leider nicht! Irgendeine Idee, wo er hin sein könnte? Nee! Hast du den Kerl gefunden? Nee! Hast du ihn irgendwo gesehen? Nee! Клайв предатель. Ага, он уже пытался меня убить. Я не знала. Он пришел ко мне и сказал, что поможет найти вас, а я поверила этому гребаному предателю. Спокойно, где вы сейчас? Где мне искать Кросса? Он сидит в суперпушке и наводит ее на меня. Мы должны ее уничтожить.
ganzen Monat drauf gefreut, aber Dieter hat jetzt meine Einladung. Wie hast du die überhaupt gekriegt? Ich bin ranghöher als du und trotzdem kam sofort ein Nein. Der Kommandant schuldete mir was, aber Dieter hat sie mir in letzter Minute weggeschnappt. Warum hast du das durchgehen lassen? Hol sie dir zurück. Sei ein Mann. Wollte ich, ja, aber selbst der Kommandant meinte, ich soll ihn gehen lassen. Angeblich wäre die Vorführung von hier aus besser. Die Vorführung? Du meinst das Sonnengewehr? Sind wir nah genug, um es zu sehen? Ich mache mir irgendwie Sorgen. Sorgen? Warum? Das Ding kann im Nu ganze Städte wegpusten. Ich weiß nicht, ob ich da in der Nähe des Ziels sein will. Hätte ich doch. Nee, das passt schon. Die würden keine Waffe entwickeln, die das eigene Volk in Gefahr bringt. Was sind wir? Monster? Entspann dich.
Капитан! Прием, капитан! Это Кросс! Он... Что там, Кросс? Черт возьми! Я скоро приду! Thank you.
Капитан, нам нужно поспешить. Кросс может выстрелить в любую минуту. Ладно, попробую. Буду импровизировать. Даже не верится, что ты сумел выжить, Джерри. Но ты всегда был крутым говнюком. Я собираюсь врезать из суперпушки по той малышке и снести вместе с ней почти всю Аляску. Это если ты не сдашься. Никогда не сдамся. Ответ неверный, Джерри. Огонь! Один вопрос, Клайв. Ты помнишь Рим? Рим? Черт возьми, при чем тут это? Вот сука! Что, вспомнил? Увидимся в аду, Клайв. Нет! Отмена! От меня идет! Мой самый верный друг оказался нацистским шпионом. Я ему этого не прощу. Напрасно ты предал меня, Кросс. Что скажешь перед смертью, сраный предатель? Чтоб тебя, Джерри. Еще мечтаешь о победе? Каждую секунду, твою мать. Увидимся в аду, старина. Измена Кросса стала ударом, но задание продолжалось. К счастью, я был не один. У нас еще есть возможность попасть отсюда на подлодку и сорвать запуск Зоненгевера. Вы там как, справитесь? Шутите? Я обожаю убивать нацистов. Господи, зачем вы так говорите? У вас что, на уме только смерть и убийство? А вы о чем думаете? Это война. Тьфу. Мама верно про тебя сказала. У тебя по жизни одна волынка. Мне дали задание, я буду убивать и стрелять. Слушай, я сражаюсь уже 20 лет, чтоб тебя и... Постой. Твоя мама? Да, идиот. Моя мама, Генриетта.
Я твоя дочь, глупый ты раздолбай! Моя дочь?